в чем стоит затык. Я не знаю, какой телевизор купить, я в этом не разбираюсь. Вот, я же айтишник, я же не разбираюсь в технике. Ну вот, поэтому мне нужно будет как-то, типа, вот с этим решить, и я тогда сама по себе куплю Соньку. Я взрослая и самостоятельная. Я самостоятельная! Как у меня дома стоит на всю стену, будет висеть плазма. Ты по теме ВК так и не пояснила. Вот сейчас пояснила. Не надо мне ничего покупать. Я вот тебе серьезно говорю, не смей вообще. Даже если вдруг это не блеф какой-то и не пиздеж, не надо этого делать. Я большая девочка. Я сама справлюсь. Я сама куплю себе телевизор. Я большая девочка. Подмигни мне. Минус. Как относишься к фиту с Мэдом? Что такое фит? Это типа фитнес? Или что, типа какая-то рубрика? Фитнес с Аляшей и Мэдисоном. Сегодня мы приседаем. Раз. Два. Ой, уже колени болят. Давайте лучше разминочку сделаем. Оп-оп. Фитнес с Аляшей и Мэдисоном. Илья, повторяй. Пидор, блядь, со своим ютубом, она уже 500 моих донатов проебала. Хуила, зайди, почитай гайды, как стать великим стримером. Оторви хуй, накачай силикон, ори, либо пошли как Аляша. С чего это я пошлю? У меня не было ни одной пошлой шутки вообще никогда. Stop. What is улица? The улица is the thing that located... Not in your house, but in the outside. This call the улица, the beach. Охуенный уровень английского. I учила the английский the 10 years in the schools of Александрус Невский and the two года in the university. Ангелы Чарли в сборе. Трейдара. Лили Гринвуд. Аляша. Ангелы Чарли. Я не знаю, я не смотрела Ангелы Чарли. Мне кажется, это больше Трансформеры или Пауэр Рейнджерс, но тем не менее.